Хей, всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Сегодня мы с вами поиграем в игрушку под названием Golden Axed: A Cancelled Prototype. Она вроде не вышла, короче, демо-версия, типа, знаменитой игрушки от Sega Golden Axe, я не знаю. Она в жанре аркада Fighting Action, ну, там хрен его знает, от разработчика Eccentric Ape. Издатель, хер его знает, издателя пока что еще нету. Я не знаю, тут джойстик работает? Не работает у меня джойстик, блин, не джойстик. Ладно, как драться-то? Сейчас кнопки найду. Так, вот это ходить и вот это ходить. А драться как? А драться как? Она тут, короче, коротенькая совсем, так что мы сейчас ее быстренько посмотрим. Так, есть прыжочек. Щия! А драться как, чувак? Ай, ай, ай. Как драться-то? Мне нужна кнопка атаки. Атаки! А атаки нету. Атаки нету. Ты можешь двигаться, я там понял, ты красавчик. А как драться-то? А драться некак. Подожди, у меня нету кнопки драка. Резюме. И ни мышка, ничего не работает. А как драться-то? Эй. Вау. Объясните, как драться. Я прыгать умею, я красавчик. А я как драться-то? Кнопка, блядь. Какая? А нельзя драться, прикинь. Нету кнопки атаки. Ой, что-то скриншот сделал. Куда я улетел? Жья, жья, жья. У меня не работает кнопка удара. Это плохо. Я не могу драться. Сейчас я перезайду, короче, посмотрю это. Как его называют там? В настройках, может, поставлю в настройках. А то так неинтересно. Так, короче, вроде сделал. Где блок? И все? Ты сука! Ладно, будем драться. Вау, тут камбухи, нихера себе. Даже есть. Ха-ха, смотри, что творю. Вот это красота. Гоу-гоу-гоу. Вообще прикольная игрушка. Так, хотя... Ну-ка, сука. Да не так ты делаешь. На. Ха, блядь. Бля, вырубает просто нахер всех. Ша. Вот это экшон, вот это можно сделать. Меч хочу, меч хочу. Блин, интерактивка, смотри, зашкаливает. Просто круто. Ну-ка, кто на меня, блядь? Ой, не та кнопка. Я не пойму, как он делает это. Нифига ты быстрый. Что-то вот это с пробелом не понял сейчас пока что. Как-то работает. Да не бей меня-то. А что у меня синяя полоска красная, что тогда делает? Пацаны, вас много! А ну-ка, смотрите, сука! Я всех порублю, блядь! Я мощный генератор! В смысле, гладиатор. Я все! Шлем нахер! Да не меня! На! Сучара! Хорош, гоу-гоу-гоу. А как здесь хилятся? Как он бегать умеет? Бегать он не умеет. А я там ставил, кстати, блок, но что-то блока у меня нету. Походу не работает. Я нашел камбуху классную. 2, 2, 3. Толпу можно выносить. Ха! Ну-ка, подошел. Сука. А как сделать... Во. Блин, плохо, что блока нету. Вот прикол. Ха! Чувак, давай на меня, блядь! Сука, на нахер! Почему не попал сейчас? Фу. Ой, на что? Вау! А как отхилятся, пацаны? Мне нужна хилка срочно. Или уже все? Или уже... А я не могу пройти. Мне там этот... Так, сука. Успел. Вот это мощный удар. Ай, не-не-не-не-не-не-не, блядь, заебашили что ли, серьезно? О, не, нормально, она бесконечная, спасибо. Хо-хо-хо, шлем просто слетает нахер. Ты на кого полез? Я, блядь, сука, ты видишь, на кого я похож-то, блядина. Камбух есть, смотри. Фу, вот это месиво. Кто там на меня еще? На! Ты на меня, что ли? На, сука. Да, отвали. Блин, плохо, блока нету, не знаю, блок был, я настраивал, но его нету. -3. Кто там еще? А ну-ка иди сюда, кто там ржет, блядь. В смысле? Нет, пожалуйста, не надо. Все, это один этап был, представляешь? Ай, кошмар. Golden Axed. Игрушка называется, да, она еще не вышла в этом, как его сказать, в разработке, я так понимаю. Но довольно-таки уже прикольная. Плохо, что только джойстик, не пойму, у меня чего не работает. Но довольно прикольный слэшер. Как бы сказать, графика на высоте, камбухи вроде есть. Еще бы шмоток каких-то добавить, что типа можно меч там менять, что-то на себе, броню какую-то. Смотри, одеваешь броню, наручи, ну перчатки в смысле, да? Шлем, поножи и ботинки, и кольца, и амулеты. Ух ты, блядь, вот это сейчас будет шикарно. Меч, щит, тут еще вдвоем можно. Посох, лук, кинжал, это ты чё, это будет игрушка, была бы прикольная, если бы ее доработали, реально, вот этот 2D слэшер именно вот так вот, был бы классный, только мне здесь еще магия какая-то, мне там была кнопки, я наставил на магию, но ни хрена она не работает, только 2 удара работает, магия не работает, блок тоже не работает, кстати, блочить нельзя, пока что. Игрушка была бы зашибенная, просто я тебе отвечаю, просто класс. Вот так вот, на! И получил по башке сразу же. Ха-ха. На. А если... Подожди. Ай, не попал. Вот это, кстати, мощный удар, прикольный довольно-таки. Не, игрушка классная сделана. Блин, чё, а чё ее до сих пор еще не сделали, я не понял. Почему ее не сделали? Что тут, ну, в принципе, она же уже как бы первый этап, смотри, готов. Как бы первый этап готов, да. Добавить сюда просто персонажей. Еще персонажей добавить, например, разных там, ну, хотя бы 3 класса. Там маг, воин, лучник, например, что-то типа такое. Ну, ассасин, типа, или там сделать женский, мужской персонаж. Все вот эти дела. Добавить кучу шмоток всяких, вообще просто золото там можно покупать, качаться. Да ё-моё, тут просто... Тут фантазия только. Больше ни хера не надо. Да не туда, чувак. Тут только фантазия, я тебе отвечаю, и будет классная игрушка. Вот это заколол! Ты видал мощным ударом, как заколол-то, а? Сразу, да? В натуре отдай ваншот. Приколюха. Хуяк. Да, а ты что, жирный, что ли? Охерел совсем. Тут еще попасть нужно им. Хо-хо-хо, сшибает просто нахер. Блин, прикольная игрушка. Ёлки-палки, пацаны, доделайте кто-нибудь игрушку. Классная, заебись. Доделайте, пожалуйста. Доделайте, доделайте кто-нибудь. Охерите. Смотри, в натуре сам накалывает туда его. Бляха, прикольная игрушка. Еба! Сука! На! Блин, я буйвол! Сука, меня убьют! Но не убивают! Так что все нормально. -3, нет, -1. Ха, вообще жесть. Бляха, вот это классный слэшер. Хуёный. На! Ух, наколол как, а? Не попал! Да в смысле ты меня бьешь? Я ж бью! Так, главное, что демка-демка и никаких багов даже нету. А ну-ка вставай, чувак, с тобой буду драться, блин. Ай, сучара, зассал, да. Ладно, ребятки, вот такая вот игрушка под названием Golden Axed. Да, в демке, ну, блин, будем ждать, может быть, когда-нибудь выйдет. Я бы с удовольствием, если честно, прошел бы, если бы ее реально сделали так, как я думаю. Ну, как бы я хотел бы, ну, а там хрен его знает, короче. Так что, в принципе, ну, посмотрели, здесь один уровень всего-то навсего, но довольно-таки интересный, так динамичный и вообще класс. Так что все, всем спасибо за просмотр, ссылки в описании под видео, подписывайтесь на страницу ВКонтакте, на паблик, комментируйте. Всем до встречи в следующей игрушке какой-нибудь на посмотрелочке. Ай-яй-яй-яй, и все, всем пока.